Здорово, народ. Попробуем подключить пульт дистанционного управления к камере. Но обычно с этими делами свистопляски происходят. Смысл. Когда две камеры, и одна подключена к телефону, то невозможно работать второй камерой. Вот поэтому пришлось купить пульт дистанционного управления. Хотя можно обходиться без него, включаете этот с задержкой таймер. Но не совсем она удобна. Если уже не на телефоне, то если нет управления с телефона к камере, то уже не переключить секундный интервал, который вам нужен, чтобы сработало. Нужно отключать предыдущую камеру. Предыдущую камеру, если отключаешь, там с микрофонами, ну, в общем, там свистопляска начинается. И плюс, если работает она вот эта вот с задержкой, ну, как бы автоспуск, то она не фиксирует координаты, потому что GPS не включен на телефоне. Но не знаю, вот если будет работать с пультом эта GPS-ка, не знаю, вот попробовать, но вот... Из этих соображений купил. Ничего тут такого сверхъестественного нет. Мрнявый такой. Ну, это на эту, как его, на селфи приспособление. А тут смотреть-то не на что, на него вообще ничего. Но прикол в том, что у него этот, у него батарейка внутри. Вот, если я правильно понял. Ну, вот же стоит для чего-то этот. Вот листик мы вытащили. И вот он сейчас должен включиться, оно для интереса. Да, вот он включился, ну вот, все. Как оно будет работать, понятия не имею, но сейчас попробуем. Так, сейчас включим камеру. Так, а это вот не включилось. Вот это вот еще тоже у него, этот цирк, блин, с задержкой, то не с задержкой, то я попробую еще включить, бывают вот такие. Так, не надо мне этот ожидающий режим. Ай, блин, прощелкал так. А ну. Ах, ё. Вот этот вот интервал, как-то нажать её, чтобы она не включилась, блин. О, а, выключилась. Так, ну, включайся. Так, включилось. Включаем режим, включаем кнопку выбора режимов. Так. Так, плагин нам не нужен, нам нужен... Так, это дата трансфер нам не нужен. Так, вот... Ну вот он, ремонт, так, ну вот, а теперь мы его должны включить, подержать, оно должно заработать. Если я правильно понимаю. Ну это так просто не будет. Вот эти вот свистопляски. Это в прошлый раз я на инсте подключал. Тоже, блин, такой головняк был, пока подключил все это. Так, не хочет. А, вот, все, я не ту нажал. Все, сори, сори. Еще надо было кнопочку одну нажать. Вот, в положении, на третьем положении он выбирается. А, во. Подожди. Так, сейчас мы теперь из него выйти надо. Я не понял, подключилось? Нет, по-моему, не подключилось. Потому что оно должно было загореться, что он подключился. Он красненьким загорелось, а ничего не произошло.
не происходит ничего. Так, ну попробуем сейчас еще раз это и выйти из него. Все. Так, все, подключился. Надо было кнопку сопряжения нажать. Все, мы там. Вот, загорелся здесь значок. Так, сейчас мы теперь выйдем из него. Ой, подожди, стой. Ну, здрасте, а что же я теперь выйти не могу? Ага, все, вышел. Нет, не вышел. Да что ж такое? Так, еще раз. Ага. Все, ну а теперь вот ты должен выйти. Все, вышел. Угу. Вот, и горит значок, что подключен этот, как его, пульт дистанционного управления. Ну а теперь проверим, если он сфотографирует. Там фотографирует. Но режим он не выбирает. Режим мы меняем сами. Мы меняем режим сами. Так, вот. Вот у нас пауза нажалась, да? Вот у нас нажалась. Сейчас мы видео выберем. Нет, это задержка фото. Так, стоп. Почему я не могу поменять на видео? Начинается. Ну, мод. А, вот все. Видео я включил. Вот, можно теперь видео снимать. Вот фото. Так, и вот оно в режиме этом, как его, в режиме дистанционного управления. Проверим сейчас телефон, если там есть этот режим. Должен еще и телефон подключаться в этом плане. Сейчас мы посмотрим телефон. Сейчас мы посмотрим телефон, если там это есть что-либо. Так, подключим камеру. Ну, оказалось не так сильно сложно, надо было просто кнопку сопряжения нажать еще, ну, как бы две их. Или подтвердить, я не знаю, как правильно назвать. Так, ну, камера подключилась. Так, хорошо, камера нам не нужна, нам нужны настройки. Сейчас мы проверим настройки. Так, здесь нету эта камера, здесь, да. Так, здесь нету. Сейчас мы проверим, выйдем с камеры, и тут есть еще одни настройки. Вот эти вот настройки проверим. Камера подключен, что этот, GPS трансфер, камера с этим. Через 3 минуты выключается, нет, камера версия, плагин. Так, ага, вот плагин 3, ремонта, ну а если я нажму... Ну, он его опять будет подключать. Но мне это как бы не надо. Можно было через телефон, оказывается, подключить. Да. Нет. Стой. Все, да, ну или через телефон, но через телефон нам не нужен. Все, подключился он это. Все, он там есть. Так, а как теперь его вот, ну вот понятно, это он будет фотографировать. Нажимаю, все, фотографирует. Теперь мне нужно его отключить. Отключить должен быть какой-то другой порядок, да? Так, мы сейчас зайдем опять. Так, стой, это не туда я зашел. Так, это выбор режимов, мне не надо. Так, стандартное фото, все. Так, подержим. Так, зашли мы. А теперь нам нужно зайти опять же
третья кнопочка, и получается, мы должны от него выйти. Нет, но ремонт не вышел. Все, вышел, да. Подтвердили я, и он выключился, получается, да? Получается, он выключился. Да, все. Вот он теперь его ищет, но он нам не нужен. Мы его просто сейчас подержим, наверное, и выключим. Вот выключить его теперь как? Ага, немножко дольше подержал, и он выключился. Все, ну, в общем, принцип простой. В общем, разобрался примерно, да? Попробуем теперь еще раз уже на 100%. Так, включаем выбор режимов. Ой, блин, я видео включил, это не то. Так, да что ж такое? Так, включаем режим, выбираем третий, там, где у нас пульт дистанционного управления. Нажимаем его, чтобы он включился. Подтверждаем на камере. Так. Все, заработало. Сопряжение произошло. Переключаем на, чтобы с него выйти. С этого режима, да. Все, у нас горит. Теперь нам нужно его отключить. Заходим снова в режимы, выбираем там, где он у нас подключен, и выключаем его. Все, и он отключился. Теперь, ну, она его ищет теперь, но его тут нету, потому что он отключился. Так, значит, неправильно я что-то сделал. Так, надо было под... нет, он у меня все время под... все, выключился. Все, выключился. Значит, как-то, значит, неправильно я что-то делаю. Еще раз, мы его сейчас подключим. Давайте, тогда 2, 3. Так, 3. Включим пульт. Так, вот он у нас ищет камеру. Подтверждаем. Держим камеру. Все, он ее нашел. Да, нашел. Так. Теперь выйдем с него, с режима. Так, вышли мы с режима. Пульт у нас подключен. Если просто сейчас выключим пульт, что произойдет? Потому что чуть-чуть я не совсем понял, как он выключается. Так, он выключился. Ну а камера его все время ищет. Нам нужно его отключить с камеры. Так, тогда мы его сейчас включим. Так, все, он подключился. Теперь заходим в режимы, выбираем там, где у нас стоит пульт. Мы должны выключить пульт, я так понимаю. Так, пульт выключили, и подтвердить. Все, да, правильно. Выключаем пульт и подтверждаем, и все работает. Все, заработало. Значит, еще раз. Заходим в режимы, выбираем троечку, включаем пульт. Оно в режимы, там, где у нас можно выбрать плагины. Выбираем тройку, ну, у меня на тройке стоит дистанционное управление. Включаем пульт и подтверждаем на камере. Все. Потом выходим с этих режимов, все, камера будет работать. Обратный процесс. Заходим опять же в режимы, выбираем пульт дистанционного управления, выключаем пульт и подтверждаем на камере. Все, и перестает работать. Ну, в общем, разобрались. Вот примерно так. Какая батарейка, не скажу, надо посмотреть. Ну, 3 вольта, 3 миллиампера, как она тут еще и разбирается. Ну, наверное, тут как-то вот подщелкивается. Вот. Ну, вот такой вот... такой вот мрнявая игрушечка. Но посмотрим, как будет работать, на какое расстояние хватит и как далеко. Ну, вот, ну и плюс вот эта вот байда, которая не нужна или нужна, не знаю, как сказать. Но... ой. Ну вот,
и нажимай. Ну, может быть, удобно будет, проверим. Вот это еще протестируем, может, сегодня-завтра пойду. Ага, вот так вот она включилась, все. Так что, ребята, вот такой вот прибамбас, такой девайс. Ну, в общем, разобрались, как включается. Довольно быстро. С инста я мучился дольше, намного дольше мучился. Вот. Так что всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч. Принцип у нас один и тот же, да, остался. Хорошие люди должны работать не только хорошим инструментом, но и играться хорошими игрушками. Еще раз всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.